Приветствую всех, друзья мои. Вы снова на канале FrontBet. У меня для вас несколько мнений на 25 декабря. У нас пока только что остается хоккей, наш КХЛ. Я решил заиграть здесь несколько матчиков, потому что нет футбола. Сидеть без мнений как-то скучновато. Матчики такие следующие у меня будут здесь на этом канале. Трактор Борис 25 декабря и Витязь Металлург Магнитогорск. Прежде чем начнем, всем как всегда советую наших друзей, наших партнеров БК Мелбет. Кто еще не забрал бонус 19500 на свой первый депозит, ссылочка в закрепленном комментарии. Добро пожаловать, переходите, регистрируйтесь, получайте бонус и играйте с надежной конторой. Ну что, друзья мои, Трактор Борис. Здесь я думаю, что будет результативный матч. Возможно, и не слишком, но в каждом периоде по шайбе мы это должны увидеть здесь. Так и называется мое мнение: гол в каждом периоде, да, за 1.66. По поводу матчика Витязь Металлург. Для меня здесь Магнитогорск, конечно же, более сильнее на уровень, на голову, чем Витязь. Возможно, и будет здесь не сильного разрыва, вернее, не будет от Металлурга. Кто его знает, может и ничью мы здесь увидим. Но вот три шайбы и более трех от Металлурга, я думаю, что нам следует ожидать. Тотал, индивидуальный тотал Металлург более 2,5-более 3 за 1,5-за 1,78. Еще два мнения, друзья мои, на нашем втором канале ФБ Супер. Ссылочка, как всегда, в описании под этим видео. Также в телегу к нам подпишитесь обязательно. Там пытаемся выложить больше прогнозиков, потому что более удобно это делать там. Вот. И чтобы не пропускать, зайдите, подпишитесь, включите уведомления и ожидайте мои мнения. Все ссылочки в описании под этим видео. Оставайтесь с нами.